Привет. Китайцы с известного магазина на Алике, который нам уже много всяких интересностей прислал, прислали еще одну продукцию, брендированную ГАП. Винтик у нас держит накладочку. Ничего не напоминает? У Specialized такое седло есть. Очень удобное. Я на таком же катаюсь, только на карбоновом. И мне оно, если честно, очень нравится. Они бывают немножко разной ширины, 143 и 155, по-моему. Померьте ширину междуседалищных костей и выберите, соответственно, себе более подходящую. Соответственно, тут можно выбрать ширину. Но основное, за счет чего оно оказывается комфортным, то что вот эти боковые ухи, они имеют возможность флексить. Рамки у этого седла, оно не самое дорогое, выполнены из хромо, ну, хромолибденовый сплав стальной, ну, по крайней мере, так на них написано. И самое главное, что написано, что они полые. То есть, если у вас недорогой подседельный зажим, и он может повредить карбоновую рамку, то выбор стальных рамок, он, в принципе, является достаточно хорошим. Жалко, упаковка, на самом деле, помялась при транспортировке. Так, в принципе, такую седуху в такой коробочке можно даже в качестве подарка использовать. Вероятно, без упаковки она стоила бы дешевле, но, тем не менее, как есть, так есть. Ссылку на нее и на магазин, который... И на промокоды на этот магазин я оставлю в описании. Вес у седла, кстати, всего 253 грамма. Это немного для сидушки с остальными рамками. То есть это вполне себе легкая. Ну, на мой вкус, достаточно комфортная. И она к тому же флексит. То есть когда вот ваши косточки окажутся вот здесь, седалищные, то будет некоторая амортизация. Не за счет каких-то резинок или подкладок, которые обычно вот здесь вот устанавливаются на очень тяжелых седлах. То есть обычная пышная, комфортная седуха с резиновыми вот такими демпферами или с пружинками, она весит там больше полукилограмма. Хорошая седушка весит в районе 350, комфортная мягкая седуха. И вот здесь всего 250 грамм, и при этом, ну, за счет конструкции оно является, ну, удобным, не каждому подойдет. Тут с седушками я лично экспериментировал лет 7 совершенно разными. Вот это у нас вставочка просто декоративная, она удерживает обивку на своем месте. Никаких стальных деталей при монтаже обивки к пластиковому корпусу здесь не использовано, потому что обычно на дешевых седухах идут еще заклепки, так проклепано по кругу. Не заклепки, а как этих скрепки, ну как диваны собирают. И вот указана модель 1180. Вот это место может быть выглядеть немножко хиленьким, то есть при очень сильном падении его может разорвать. Ну, эта сидушка, наверное, не рассчитана на то, чтобы падать много, а вот для фитнес-катания, чтобы снизить вес велосипеда, на мой взгляд, очень даже подойдет. Ссылка в описании. Пока.